и в продолжение темы благоустройства и создания комфортных условий для жизни. Все в наших руках. Так решили жильцы одного из образцовых многоквартирных домов Твери. Чтобы переоборудовать самый обычный городской двор в комфортную территорию для досуга, где будет удобно и взрослым, и детям, активисты решили взяться за лопаты и грабли и привести в порядок пешую дорожку под окнами многоэтажки. Инициатива жильцов не осталась без внимания властей. Образцовый двор посетил депутат Госдумы Владимир Васильев. О планах дальнейшего благоустройства расскажем в следующем материале. Дом номер 8, корпус 2 по Смоленскому переулку считается образцовым. Памятную табличку он получил в 2016 году. Двор распланирован так, что нашлось место и для детской площадки, и для автомобильной парковки, и для клумб. Довольны все. Воплотить в жизнь мечты о комфортной придомовой территории возможно, считают жильцы. Стоит только начать действовать. Все эти блага появились силами активистов. Сами красят, делают разметку на парковке, высаживают зелень, рассказывает жительница дома Валерия Королева. Все очень активно работают. Цветочки, вот смотрите, цветочки. Иногда мы покупаем, а уже какой год у нас выращивают сами женщины. Каждый житель вносит свой вклад. Гостем дома образцового содержания стал депутат Госдумы Владимир Васильев. Он высоко оценил многолетний труд жильцов. Активисты рассказали ему о своих планах. Жильцы готовы взять инициативу в свои руки и оборудовать тропинку под окнами многоэтажки. Воплотить в жизнь эту идею вполне реально, считает председатель ТСЖ. Навести красоту не только во дворе нашего дома, но также и по Смоленскому переулку. Там большая пешая проходимость. Рядом у нас находится 22-я школа, 10-я гимназия. На первом этаже дома расположены аптеки и торговые точки, а к ним ведет, что называется, народная тропа. В теплое время года после дождя здесь бывает грязь, осенью и весной наледь. При этом всем Владимир Васильев поддержал тверских активистов и отметил, что инициативность решает порой самые острые вопросы. Мы вот здесь тоже примем участие, каждый, да? Такой есть, вот, как говорят, частно-государственное партнерство, у нас такое вот гражданское сотрудничество людей, которых просто объединяет одна идея. Работы начнутся в ближайшее время, будет выложена дорожка, а в начале осени высажены кустарники. Не будут потрачены ни капли бюджетных денег, то есть все будет сделано за счет неравнодушных жителей, партнеров, наших друзей. Воплощение в жизнь инициатив жильцов начинается, конечно, с обсуждения. Так и на общем собрании, которое прошло в гимназии номер 10, был разработан план действий. От слов к делу активисты готовы перейти в любой день. Хотелось бы, конечно, нормальный вид такой, более-менее привести, чтобы приятно было пройтись. Вот. А сами-то готовы какую-то даже физическую помощь? Конечно, все лопатой могу работать. Путь от планов до реальных дел не так уж и велик, говорят жильцы. Тем более, когда на страже порядка не один воин. Это многоэтажка – живое доказательство того, что комфорт дома – дело рук живущих рядом. Где порядок, там и уют. А еще, как гласит древняя мудрость, этот самый порядок и города держат.